Ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Такая вот интересная новость, я не знаю, как бы новость, я загуглил, как бы, я не нашел информации, что если якобы мужчина разводится, его обязывают платить женщине пенсию какую-то. Я думаю, она как бы троллит, но я не нашел никакой информации. Пишите в комментариях, не знаю, слышали вы об этом что-то или нет. Готовят принять новый закон в Госдуме, чтобы каждый мужчина после развода оплачивал пенсию для своей жены, конечно же, после 5 лет совместной жизни. Развалил семью, содержи жену, женился 5 раз, содержи 5 жен. За каждого ребенка алименты и еще пенсия жене. Не знаю, правда это или нет, и не знаю, я загуглил, не нашел никакой информации. Хотя, в принципе, знаете, вот живя в этом государстве, я понимаю, что там, когда уже начинают там и жилищные элементы, и когда сожительство приравнивает брак, ну, то есть вот этот весь бред, как бы, да, там, выплаты матерям-одиночкам, могут принять, я даже больше чем уверен, что примет. Если рассматривают налоги на туиньянство, налоги на яйца, там, как на бездетность, да, говорю, то почему нет, да? Почему нет, если у нас в стране правит матриархат, как бы в государстве, именно как государственный строй какой-то идет. Почему? Я думаю, что, скорее всего, даже такое когда-то будет. Может быть, не сейчас, прям как-то быстро, но в перспективе очень даже может быть.